Отправляемся в небольшое путешествие в национальный парк горы Реньер. Это мост. Пересекаем залив на материковую часть, и уже видна гора Реньер впереди. Въехали в парк, и вот первое, что мы встретили, это голубые озера из ледниковой воды. Проезжаем музей старинных паровозиков. Но мы не останавливались, сейчас, наверное, музеи закрыты. Парк – это дорога, которая идет вокруг горы Реньер, примерно 90 миль, и мы ее почти всю проехали. Очень много остановок, информационные стенды, можно почитать, чем эти места знамениты. Первая остановка была там, где ручей за много лет изменил свое течение, это ледниковый ручей в связи с изменением климата. Все это, конечно, печально. Мы продолжаем наше путешествие. А вот эти облака – это процесс сублимации, когда лед превращается в облака, пропуская жидкую фазу, то есть из твердого вещества сразу в газообразное. Следующая остановка – это водопад Кристины. Здесь много водопадов. Горы, ледниковая вода. В летнее время, в зимнее время, я думаю, что они, наверное, не такие активные. Какие красивые радуги. Там два водопада. Один вот большой, мощный, а второй маленький рядышком. Мы приехали вот там наверху, где люди стоят, потому что вот радуга большая и рядом маленький водопадик. Тоже от него радуга. Сфотографировались удачно вместе с радугой. Вот он, маленький водопадик, тоже радуга. Очень красивые места, к сожалению, камера не показывает глубину. Вот там глубоко это река. Река с камнями, белая серая вода, которая стекает с гор, с ледников. Во время таяния ледников. Вот она, эта река. А здесь ледник. Он сейчас не очень виден, занесен камнями. Ледник, который уходит в сторону Тихого океана. Ну, еще одна остановка. Красиво, красивые места. Конечно, гора Реньер, потому что мы объезжаем по кругу ее. Ну, поехали дальше. Следующий. Красивый водопад. Чистый-чистый. Сейчас мы пойдем спустимся туда вниз, где люди стоят. Спускаемся по тропинке, довольно-таки глинистая, крутая, когда дождь, наверное, скользкая.
Нарада водопад. Ну и сегодня такой замечательный день, что мы везде видим радугу. Вот она какая радуга яркая. Поехали вокруг горы. Хорошо видно, как сублимирует, лед сублимирует в облака. Гора Реньер порождает облака. Остановились перекусить, но это святое, мы с собой взяли. Какие красивые цвета, желто-зеленые, темно-зеленые, очень красивые. Какая красивая природа штата Вашингтон. Ну и, конечно, гора Реньер, мы все двигаемся вокруг тебя. Вот сублимирующие облака, лед сублимирующийся в облака. Еще одна остановка, еще несколько фотографий. Поехали немножко ниже, это называется Reflection Lake, это озеро, отражение или отражающее озеро. Гора отражается в озере, действительно. Вода чистейшая, голубая. Конечно, наслаждение здесь посидеть, отдохнуть. И глаза отдыхают, и душа отдыхает, и тело отдыхает. И поехали дальше. Дорога страшненькая, над пропастью. Я сидела совсем рядом, иногда было страшновато. Казалось, мы туда можем съехать. Ну, тут в парке такой горный серпантин везде. Ну, это красивая дорога. Горные дороги всегда очень красивые. Это каскадные горы. Гора Ренье находится в каскадных горах. Высота горы Реньер больше 4000 метров, она довольно высокая. Но мы не альпинисты, мы можем только проехаться в парке вокруг горы. Ну и так красиво. Такие горные тоннели, народ развлекается, байкеры, машины. А это еще одна остановка, здесь каньон. К сожалению, опять камера не показывает, какой он глубокий, отсюда даже не видно его. Пришлось выйти на мост и снять с моста, тогда можно увидеть глубину каньона. Ну и погуляли вокруг, здесь красивые тоже сделаны дорожки, все для туристов.
Вот он, каньон, довольно глубокий. Закончилось путешествие. Пока-пока!